Хай, геймеры! Сегодня среда, а это значит, что с вами снова Геймзона. Меня по-прежнему зовут Дэн, и я по-прежнему продолжаю знакомить вас с последними новинками игрового мира. Сегодня нас ждет очередная порция игрушек от нашего партнера CD-центра Gigabyte, крупнейшей в Барнауле сети магазинов по продаже компьютерных дисков, DVD и игровых аксессуаров. Хит-парад самых популярных игр недели, ну и на десерт — игрушка под названием «Звездные войны. Академия джедаев». Кроме всего прочего, сегодня CD-центр Gigabyte предоставляет вам уникальную возможность совершенно бесплатно получить вот эту самую игру. Midnight Club 2. Целых два диска занимает этот добротный гоночный симулятор, а достанется он тому, кто первым правильно ответит на мой вопрос и в течение программы пришлет ответ на наш пейджер. Итак, сколько всего торговых точек у CD-центра Gigabyte? Midnight Club 2 ожидает своего нового владельца. Мы же с вами двигаемся далее и переходим к новостям. Как того и следовало ожидать, шутер от первого лица Half-Life 2 не успевает к своей официальной дате релиза, назначенной на 30 сентября, и серьезно задерживается. Дуг Ломбарди из Valve Software утверждает, что теперь компания твердо нацелена на праздники, то есть на Рождество, однако точную дату назвать отказывается, вероятно, на случай очередной задержки. Сообразив, что лицензия на создание игр по мотивам киношной трилогии «Властелин колец» используется ею несколько однобоко, компания Electronic Arts поспешила анонсировать стратегию в реальном времени под названием «Битва за Средиземье». Игра будет сделана на замечательном движке от Command & Conquer Generals, позволит сыграть как за хороших, так и за плохих, и выйдет в свет летом 2004 года. Что ж, будущее покажет, насколько «Битва за Средиземье» окажется лучше или хуже обещанной компанией Vivendi стратегии «Война колец». Ученые из Калифорнийского университета опубликовали в журнале Nature статью, посвященную использованию видеоигр в исследованиях мозга. Если верить этой статье, пациентам приделывали к голове электроды и заставляли управлять неким желтым такси. Есть подозрение, что речь идет об игре Crazy Taxi от Sega. При помощи этой нехитрой забавы ученые намереваются углубить свои познания в природе психических расстройств. Например, научиться лечить болезни Альцгеймера. Думаю, что это лишний повод задуматься над своим психическим состоянием всем любителям гонок. Ну а пока вы задумываетесь, Midnight Club 2 по-прежнему ждет своего нового счастливого обладателя. Напомню, для того, чтобы совершенно бесплатно получить эту игру от сети магазинов Gigabyte, вам всего-то навсего нужно в течение программы прислать на пейджер правильный ответ на вопрос. Сколько всего торговых точек у CD-центра Gigabyte? Участвуйте и выигрывайте! Движемся дальше. Пятерка самых популярных игр на этой неделе выглядит следующим образом. Британия считается родиной не только футбола, но и автоспорта. На пятом месте на этой неделе London Racer — отличная аркада в лучших традициях Need for Speed и Midtown Madness. Хотя и проще в управлении, технических подробностях и законах физики. Но Шумахер ведь тоже начинал с картинга, а не с Формулы-1. Silent Storm — очень качественная тактическая стратегия от 1С, не теряет позиции и занимает четвертое место в рейтингах самых популярных игр этой недели. Отличная графика и интересный сюжет сделали эту игру действительно популярной среди геймеров. На третьей строке нашего хит-парада на этой неделе Secret Weapons. Очередное дополнение к хорошо известному онлайновому шутеру Battlefield. Основная фича игры в том, что вам представляется возможность использовать секретные военные разработки каждой из сторон. Первая часть легендарного Homeworld вышла в 1999 году и завоевала множество титулов. За 4 года, прошедших с момента выхода игры, ничего сравнимого по масштабу никто так и не смог создать. И вот, 17 сентября вышла вторая часть легендарного проекта. В игре есть все: потрясающая графика, жестокие тактические бои и великолепная сюжетная линия. Homeworld 2 на этой неделе занимает вторую строчку нашего хит-парада. Свершилось. 30 сентября вышел самый популярный шутер на Xbox — Halo Combat Evolved. Новость о выходе игры породила массовую истерию среди геймеров по всему миру. Шикарная графика, продвинутый искусственный интеллект и захватывающий сюжет производят должное впечатление. Halo стал не просто хитом, а скорее эталоном того, что это слово означает. Итак, Halo Combat Evolved занимает заслуженное первое место в пятерке самых популярных игр недели. Спрашивайте все эти игры в отделах торговой сети Gigabyte. Ассортимент в CD-центре обновляется еженедельно. Только там вы можете найти самый большой в нашем городе выбор музыки, софта и самых свежих игрушек. Например, «Звездные войны. Академия джедаев», речь о которой и пойдет далее.
те, у кого в прошлом году произошло всего одно хорошее событие, а именно выход Jedi Knight 2, могут радоваться и ликовать, потому что в нынешнем году это событие повторилось. Raven Software, совершенно не собираясь останавливаться на достигнутом, приступила к разработке новой игры в той же вселенной, с той же идеей, да и самим игровым процессом. История очередных приключений явно дает нам понять, что большинству играющих совершенно не понравилось рулить известной в узких кругах фигурой Кайла Катарна. Катарн хоть и остался в игре, но лишь на правах скриптового персонажа, удел которого видеоролики и глубокомысленная отсидка в стенах Академии во время побоищ. Отныне судьба миров находится в неопытных руках некоего студента Джайдена Кора, волею судеб, открывшего в себе талант настоящего джедая. Катарн с радостью прикарманил новое дарование, после чего взял на себя роль менеджера по геройству, или по-другому джедайского администратора. Где-то случилась беда, кого-то похитили, хотят убить, спокойно, Катарн не придет на помощь, зачем? Теперь у него полно пушечного мяса с позорным клеймом студент, которых он с радостью отправляет попрактиковаться в самые мрачные уголки глубокого космоса. Однако забудем нелепости сюжета и рассмотрим, чем же все-таки новеньким нас порадовали господа разработчики. Первое, что бросается в глаза, так это прекрасная возможность создать свой собственный персонаж. До разнообразия знатных RPG тут, конечно, далеко, однако осознание того факта, что иноземных форм жизни предостаточно, вселяет некий оптимизм. Далее вы встаете перед дилеммой, какое же выбрать оружие. Поначалу вам выдадут всего лишь один единственный световой меч. Два меча и знаменитый лазерный посох а-ля Дарт Маул достанутся значительно позже. Кроме того, теперь вы можете настроить даже стиль борьбы. Сам игровой процесс не изменился ни на йоту, разве что претерпел ряд существенных улучшений. Главное из них — это лазерный меч. Теперь это основное оружие, и на его фоне весь оставшийся арсенал меркнет. Лазерный пистолет, импульсная винтовка, гранаты — все это тихо переходит в состояние антикварного хлама. Картинка потрясающе красивая. Все чудеса галактики проносятся перед вами совершенно безумным калейдоскопом, полным красок. И кто сказал, что модернизированный движок Quake 3 давно устарел? Такого потрясающего действия я не припомню уже давно. Количество акробатических трюков просто зашкаливает. Комбо серии, которые выполняют джедаи, просто фееричны по своей сути и заставляют челюсть совершать периодические экскурсии к полу. Это квинтэссенция ярчайших спецэффектов и безумного драйва. Словом, каждому, кто хочет настоящего чистого и потрясающего экшена, игра крайне рекомендуема. Да, чуть не забыл, да пребудет с вами великая сила. С вами была GameZone, и я, Дэн.